Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие школоложнички. Сегодня мы посмотрим на тотальный мод, который называется Notis. Notis. Amare et sapere vix deo conceditur. Понятно, пацаны? Так что задумайтесь. Amare et sapere vix deo conceditur. Вспомните. Сколько тут глав? 3, 4, 5. 5 глав, пацаны. Давайте посмотрим на эту супер игрулечку. Короче, ой, какие-то ошибочки. Ну, не знаю, пацаны. Обычный человек по псевдонимам Аспик. Благодарен своей мамке и папке. Представляет вам психологический тренер, мать твою. Основанный на выдуманных событиях, мать твою. А бессонница и снах наяву, мать твою. Короче, рассказик про наркомана, короче, Галимова, попущенного, короче, который, в общем-то, принимал наркотики, потом встретил свою девушку, а они родили сына, короче. И он был в завязке, а потом снова сорвался, короче. Но ему подогнали экспериментальное лекарство, в общем-то. И теперь ему нужно пройти через всевозможные круги ада, чтобы вылечиться, чтобы обрести счастье на этой земле, мать твою. Notis. И все это называется Notis. Так, ну первая глава это вообще воспоминание, это такой ролик, интро. День 1, 4 октября 2001 год, США, Ньюборк. Так, звонит будильник. Почему он звонит, я не знаю. Может, нам нужно на работу пойти, может, пойти кого-то ограбить, как-то заработать деньги. А, это я типа проснулся, да? Как-то темновато немножко. Чертов будильник, мать твою. Взаимодействовать, мать твою. О, выключатель, включатель. Что здесь у нас? У нас здесь... Чё тебя колбасит? Ах ты, наркоман чёртов. Ломка началась, да? Мне некому вообще-то звонить. Очень хочется есть. Надо проверить холодильник. Искусство. Когда ты в этом разбирался? Кто здесь у нас? Факин, даже не хочу вспоминать, что здесь со мной было. Отражения нет, блин, это ж вроде говорили. Даже не хочу вспоминать, что со мной здесь было. Вроде же говорили, что это мод, короче, с некстгеновской графикой. Не хочу сейчас принимать ванную. А писать не хочешь? Короче, не знаю, что произошло с нашим ГГ здесь. Видимо, он просто... кололся и попал не в ту вену и вылилось 6 литров крови. Не знаю. Люблю рубашки, мать твою. Так, мы спускаемся. У нас огромный домино, короче, я не знаю. Это просто какой-то еды. Нет, попробую заказать пиццу, мать твою. Закрой холодильник. Чай поставь, короче, тосты сделай, короче, помой посуду. Так, нет, мы пока дома побудем. В общем-то, сколько там? Без 20 час, короче. Так, что здесь еще? Телек включи, а там сейчас ничего интересного, короче. Это что у нас? Куда это? Что мне делать на улице, твою мать, а? Что там мне делать? Так, что здесь? Не стоит это отрогать, короче. Здесь тоже, короче, кухня у нас. У нас две кухни.
Это мне сейчас не нужно, нечего стирать, нечего. Тут здесь только мусор. Так, ну один путь вот сюда, на задний двор или куда это, короче. Ух ты, хороший у него тут квартальчик. Прям под мостом. Хорошо так. Уютненько. Не открывает. А что ж делать? Куда ж идти? Кстати, он не приседает, не прыгает. Просто можно ходить. Попробую заказать пиццу. О, мать твою. То есть мне надо позвонить по телефону. Где телефон? Телефон же находится вот здесь. Вот, да. Алло. Алло, маргариту мне, пожалуйста. Две штучки. 20 минут спустя. Троеточие. Это что такое, мать твою? Какой-то вид сверху. Ну, это такие прекрасные виды нашего квартала. Ходят какие-то странные люди без текстур. Капает дождик. Ворона сидит, короче. Великолепная музыка играет, просто поразительно. Наш ГГ кушает пиццу, короче, холодильник открыт. Охлаждает нашу квартиру, в общем-то. Снова ломка началась у нашего ГГ. Кто-то звонит в дверь, мать твою, кто это может быть? Мать твою, кто это? Ну, это что такое? Похоже, доставили то, что я заказал. И что это? Что это? Это экспериментальное лекарство. Центр испытания экспериментальных препаратов. Confidential. SN NIST 2001 DM09. Испытуемый Стэн. Фамилия зачеркнута. Препарат Аспобарбитал номер 76. 7 инъекций. Применяется при лечении шизофрении, нервоза, олигофрении, психопатии, маниакально-депрессивного психоза. Побочные эффекты: головная боль, потеря аппетита, заторможенность, тошнота, временная слепота, временная потеря слуха, коматозное состояние. Инструкция: достать ампулу из коробки, одноразовым шприцом проткнуть крышку ампулы, набрать шприцом все содержимое ампулы, положение лежа ввести препарат в сонную артерию, не покидать место приема препарата 7 суток, вводить инъекцию через каждые 24 часа. Настоятельно не рекомендуется употреблять алкоголь или любые другие психотропные вещества в период приема препарата. Спасибо за участие в программе испытания. Это Нью-Йорк, 2001 год, в общем-то. Ну, давайте приляжем и введем в пятку препарат. Куда тебя кидает? Ух! Ух! А, вот же, вот. Что-то его колбасит немножко. Давай, колись в пяточку. Так, пошла следующая глава, в общем-то. Грузится следующая глава. Сейчас посмотрим, что тут будет. Воспоминание первое. Перепомолвка с Шанхаем,
Стэн, и я завязавший наркоман. Меня зовут Стэн, и я завязавший наркоман. Но сегодня случилось то, что заставило меня вспомнить старую привычку. Смотрите, ну, в принципе, вот этот пейзаж с ошибками движка Souls подходит под наркоманскую тематику. Просто давайте представим, что нашего ГГ глючит, и он получает приход. Что-то все тормозит, я не знаю. Неужели такой крутой движок Souls стал, что все начало тормозить? Так, и в чем воспоминание заключается? Прям все тормозит, ребят, надо немножко фильтрацию пониже сделать, видимо. Итак, пацаны, после выставления настроек всех, игрушка вылетела, короче, блядь. Это, блядь, пиздец просто. И даже выставив настройки более низкие, все равно она тупит и тормозит. Но я думаю, это из-за криворукости мододела. Мододела. Что это у нас тут лежит? Шеннон увезли в больницу, у нее начались роды. Где тебя носят? Ты муж или кто? Приезжай с Карри и Люси. Вот так-то, ребята. Это, короче, я не знаю, может, подружка нашей семьи, кто это такая? О, короче, мы выходим в подъезд. Тут все описано, обоссано, короче. Сейчас поеду в больницу, наверное. Видите, приходы у наркомана, глюки. Все кажется в розовом цвете, в таком, даже лестница розовая. Вот здесь, наверное, произошло убийство, кого-то замочили. Ну, нормально, в принципе. Для этого гетто, это в порядке вещей, в общем-то. Привет, чувак. На тебя текстуры забыли наложить, да? Вот так вот, видите, какой открытый мир. То есть, прям мы из дома выходим на улицу тут. И можем идти куда хочем, в общем-то. Можем сесть в машину, поехать куда-нибудь. Открытый мир, все дела. Так, куда мне дальше идти, ребят? О, вроде я пришел куда-то. Меня снова бросало из стороны в сторону. Можно было просто написать, меня колбасило. Все случилось так неожиданно. Я сразу нашел знакомый переулок. А, снова пошел по дозу. Козел. Продавец дуры, к сожалению, был на своем месте. На меня нахлынула волна кайфа, но чувство вины все равно никуда не делось. Эх, наркоша, наркоша. Галимый наркоман, короче. Дочь у него родилась, он пошел, укололся, короче. В игры по наркоманов я еще не играл, ребят. Это вообще. Ворона такая сидит на подоконнике. Ну, пошла отсюда, короче.
А что мне пишут заново? Управление, как будто я играю первый раз. Еще рано, я не хочу спать. Как это связано с телефоном? Не сильно понятно. А вот я не знаю, где достать тебе еды. Подумай. Наркоман галимый. Может, соседи обокрасть? Вот это хорошая идея. Здрасте. Калитка-то закрыта, мать твою. И как ее открыть? Пиццу дожри, вот кусочек лежит. Как открыть калитку, мать вашу? Ничего нигде нету, никаких ни молотков, ни ломиков. Не стоит это трогать. Возьми он пилу, отпиляй ее, так она не по металлу. Я не знаю, не знаю, ребят. И что ты предлагаешь? Давай колись, короче, уже, да и все. Нет. Не хочет, падла, наркоша, блядь. Вот сначала пожрать ему надо, только тогда он потом будет колоться. Ты смотри, какой прибередливый, блядь. Наркоман, блядь. Так открой ее, блядь. Мужик, ты не поможешь мне открыть калитку, а? Да, как-то это странновато. Этот замок можно открыть или ломиком каким-то, или чем там еще, ключом, который в ванной валяется, например, но он его не подбирает. Или можно перелезть через забор, но он не прыгает. Этот забор кажется непрочным. Я где-то видел доску, которой можно проломить забор. Какую доску? Доску? Какую доску, мать твою? О чем ты вообще? Не помню, чтоб я где-то видел доску. Доску. Кто видел доску, которой можно поломать другие доски? Ну нет никаких досок, чувак. Ты чё, чувак, вообще, да? Нет тут никаких досок. Возьми вот этот ключ и
Уеби по забору, он завалится, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Доску. Я видел доску. Какую доску, блядь? Ты о чем вообще? Может, ты видел доску, а я не видел. Вот такая вот картина. Свинтус сидит среди яблок. Тут овечки. А тут окошко. Я видел доску, которой можно поломать остальные доски. Где же... А, может, вот это она, не? Опа, конечно, ёпты, бля. Пошел ты, нигер, блядь. Вот так вот, бля. Поломал. Похоже, здесь вчера была вечеринка вообще-то. О, такие чуваки, короче, валяются тоже. Наркоши. Так, осторожненько. Осторожненько. А как же пройти, блядь? Как же, блядь, пройти, блядь? Вы разбудили, ничего не разбивайте и не шумите, блядь. Ой, блядь, хорошо хоть не сначала начинать. Блядь, а как тут можно пройти, чтоб ничего не зацепить? Да ёб ты, бля, как там можно пройти, блядь? Это ж нереально, бля. Ёпты, бля. Это ж нереально, бля. Ну не сюда ж идти, тут вообще бутылок море. Он даже туда не идет. О, их можно подбирать. Ой, блядь. Ой, блядь. Я ж бросил на землю, блять, мокрую, тем более. Чё ж она лопнула? Это, блять, пиздёж. Возьмите потом, допьёте, чуваки. Ой, блять, ой, блять, ой, блять. Вот это, конечно, автор мода сделал, блять, не сильно удачно. Вот эту ебалу с бутылочками, блядь. Стой, блядь, ровно, блядь. Ой, блядь. Чтоб случайно не зацепить. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Как, сука, ты туда упала, блядь. Да можно просто этой доской уебать их, блядь, соседей. И они уже никого не потревожат. Ой, бля. Ну ничего, бля. Я пройду, бля. Назло, блядь. Ну, автору... Ой, блядь. Ой, блядь. Автору мода надо задуматься насчет вот этой хрени. Это просто немножко, конечно, не очень удачно придумано, что... Да... Весело. Какой это раз уже? 10-й? 15-й? 20-й? И хотя бы приседал, чтоб можно... Блядь! Ой, блядь! Чтоб можно было бутылки приставлять, сука, блядь! Ой, блядь! Ой, блядь!
Ой, блядь, ой, блядь. Вот сюда нельзя их ставить. О, блядь. Ой, блядь, я думал, пиздец уже. О, что-то получается, да? Ой, блядь, вот это, блядь, мозгоёбку придумали, блядь. Блядь, сейчас кинешь с высоты 1 сантиметр, блядь, и она разобьется. Ой, блядь, осторожно, блядь. Это супер миссия, блядь. Миссия невыполнима, блядь. Тихо, блядь. Ой, блядь. Тихо, блядь. Фух. Последняя, блядь. Ёб твою мень. Если я её разобью, я, блядь, найду автора этого мода, блядь, и... Поговорю с ним по душам, блядь. Бля, закрыто? Ой, блядь, мне надо туда пробраться. Блядь. Тихо. Ой, бля. Ой, бля. Ой, бля. Ой, бля. Я вообще-то не бутылку хотел взять, а... Ладно. Ой, блядь! Ёбаный, блядь! Ой, блядь, пидор... Ой, бля... Ой, бля... Ой, бля... Автор мода, ну ты, бля... Ой, нехороший человек... Ой, бля... Ебать ты нахуй. Ах ты, блядь, пидорасы ебаные, блядь. Пошли вы нахуй, блядь. Ой, ну чё, пацаны, я расчистил, короче, путь, блядь. Ёбаный. Если сейчас что-то случится, то, блядь. Блядь. Тарасы, блядь. Ёб твою мать, блядь. Миссия невыполнима, ёбаный в рот. Пидорас, блядь. Можно подняться, принять препарат. Сука, блядь. Фух, так мне нервы потрепал, блядь. Ох ты, блядь. Ладно. Нехороший ты человек, блядь, мододел. Давай, принимай, блядь, пятку. Воспоминание второе. Я шел по пустым, полупустым улицам домой в надежде поспать. Кажется, мой разум был изрядно пьян.
Мой разум был опохмелен, но на трезвую голову все проблемы воспринимаются намного легче. На нетрезвую голову. Но я больше не мог оставаться здесь. Боже, какая драма, какая драма. Шеннон сказала, что если я уйду и в этот раз, то могу больше не возвращаться. Возвращаться, там написано. Ну ладно. Шеннон, что с тобой? Почему ты такая страшная? Господи, у тебя нога растет из пуза. О боже, о май гад. Где-то орет ребенок. Может, в унитазе? Меня не пускают к нему, короче. Вставай, дорогая. Почему ты прислонилась к холодильнику? Ладно, не хочешь, не надо. А куда я иду? По очередную дозу, да? О, разрешили прыгать нашему ГГ. Привет, чувак. Ну как тут? Нормально у вас тут движуха вообще. Прикольно. Ох ты fucking. Fucking shit. Это что такое? Вот это глюки, вот это приходы, пацаны. Нормально. Нормально уже так нашего ГГ колбасит. Ах ты собака дикая. Тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Ой, блядь. Ты какой-то неубиваемый, блядь. Ну, долго это будет продолжаться, эти глюки. А это кто? О, это какие-то зомбаки уже ползут. Нормально так приходы такие хорошие. Так, это долго будет продолжаться? Давай, иди сюда, мурзилка, блядь. Тихо. Что-то все стало тормозить. Ой, блядь, это кто такой? Это за уродцы. Ой, хорошо, что они с одного места прут, а не сразу. Со всех дыр. Теперь
Что теперь, блядь? Появилась вот эта надпись. Ошибка, блядь. Может, что-то там не может сработать, скрипт какой-то из-за ошибки. Херово. Блин, я сейчас тачку разобью со злости. Срабатывай, скриптик. О, смотрите, сработало. Прикольно. Я расперполняла меня. Я мочил всех подряд. Не помню, как я смог справиться с собой. А когда открыл глазки, я охуел. Куча соседей валялась. А, я понял, что махал доской на пустой парковке. Мне нужна была еще доза, мать твою. Еще одна доза надо всего лишь. День третий. Что теперь? Что на этот раз? Тебе нужно, наш любимый наркоша. О, у тебя приходы вообще нормальные. Движок помогает тоже. Чтоб наркоманская, блять, это была картинка. Так. Что там должно нарисовываться? Обрисовываться. Так, все тормозит, тупит, как всегда. Оптимизация на высоком уровне. Ну что там сегодня ты хочешь? Наркоша наш любимый. Как всегда, пожрать. О, эрор. Вырубила свет. Так. Ошибочки. Что? Ошибками засыпано все на свете. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бум-бам. Бдыщ. Все. Наш ГГ разбил себе бошку. Вставай, давай, блядь, наркоша, ты сможешь. Так, что здесь? Очередной приход. Блевотина какая-то. Ничего интересного. Все по-старому, как и было. Давай, плыви, давай, бля. Нормально. Так.
Присядь. Подумай о своей жизни. Так. Ой. Так. Так, что это было? Не знаю. Это что такое было, мать твою? Да, странно. Почему ошибки выдает, я не знаю. Вообще-то я установил, можно понять. Очередной раз принять препарат. Ох ты, больной ублюдок. Я установил все библиотеки, которые там нужно. Ну, SDK за 2007 год. А почему ошибками сыпет, я не в курсе. Что на этот раз? Снова на улицу? Чё ж ты так тормозишь? Не, на улицу не выпускает. И что тогда? И что тогда? Куда? Только в ванной ничего не тормозит. И то если смотришь вот сюда. Что у нас там? А, можешь записочку почитать? Я ушла искать Люси. Она куда-то пропала 2 дня назад. Посиди с ребенком, пожалуйста, никуда не уходи. Шеннон. What the fuck? Так у него уже 2 детей или как? Или она сразу родила 2? Что-то я не сильно понял. А нас не выпускали, пока не прочитаешь записку, хрен куда пойдешь. Ладно, понял. Офигеть. 10 кадров в секунду. Ребята, если хотите поиграть, вот сейчас нормально уже. Если хотите поиграть в этот мод, то покупайте себе GeForce Titan. Иначе все будет тупить. И тормозить. Что тут у нас на этот раз? Ну, как всегда, ошибки ползут. Со всех сторон. Куда ты идешь? За очередной дозой? Чувачок. Там закрыто. Тут ошибочки, ошибки. Так, а тут не пройдешь дальше. И куда теперь? И куда теперь? А вот сюда еще можно пройтись. Так. Так, так, так. Эй, откройте. Или вы наркоманов не пускаете? Фейс-контроль. Видите, какой открытый свободный мир. Спокойно себе ходишь. По городу он такой оживленный. Смотрите, тачки стоят, магазины. Люди там вон ходят. Среди ошибок. Вообще круто. Привет, чувак. Чё ж вы такие бестекстурные, такие страшные?
Так, очередной приход. Что на этот раз? Ой-ой-ой. Пошел ты, нигер. Это что было? 27 сентября 99 год. Где-то на северо-западе США. К сожалению, эта история не будет закончена. Потому что я просто разочаровался в своих силах. Подругу невесты убил Стэн. What the fuck? Из-за этого Шеннон сама подсела на наркотики. Великолепно. И тогда он убил ее наркодилера. Все друг друга убили. Стэн посадил свою семью в машину и хотел увезти их. Но случилась страшная авария, и выжил он один. Пройдя курс лечения, Стэн забыл эти воспоминания. Великолепно. Великолепная история. Все друг друга убили. А потом он вылечился, и все было заебись. И перестал видеть себя в случившемся. На этом и должна была закончиться наша история. Спасибо всем, кто хоть как-то помогал мне. Кодинг мастер. Музыка Стефано Дердиньера. Аудиомашин, психотроп, педоцелия, модели. Очень много компаний и людей. Всех не вспомню, простите, но вы все молодцы, мать твою. История и левел дизайн Аспик. И спасибо тем, кто дошел до этого момента и не пожалел. Ой, блядь, я... Прощайте, друзья мои, прощайте, блядь. Сколько эмоций в этом всем, сколько эрроров, блядь. Я пожалел. Боже, его схватили копы. Мать твою, бедный наш наркоман. Боже, это амаре, это сапере викс део концедитум, пацаны. Ну вы поняли. Это полный пиздец. Спасибо, что вы досмотрели до этого момента, мои друзья. Я надеюсь, вам очень-очень понравилось. Все, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих прохождениях. Давайте. Всем пока.